Здравствуйте, меня зовут Тезиков Андрей Николаевич. Я педагог дополнительного образования секции каякинга во Дворце творчества детей и молодежи Преображенске. Сегодня я вам покажу несколько комплексов физических упражнений, из которых можно будет потом как конструктор собирать свою индивидуальную тренировку. Тренировку начнем, как всегда, с общей разминки. Начинаем сверху вниз и с периферии в центр и дальше опять вниз. Начинаем с головы, наклоны вперед и назад. Стараемся резко не делать, все движения плавные, тянем вперед и назад. Дальше, повороты вправо-влево, также тянем вправо-влево. Делаем несколько движений. Вращательные движения в одну сторону и в другую сторону. Дальше переходим к кистям с периферии, вращение кистей. В одну сторону, в другую сторону. Можно руки взять в замок, вращение в одну сторону, соответственно, в другую сторону. Пускаем волну, разминаем кисти и пальцы. В одну, в другую. Дальше переходим к локтям. Руки в стороны, локти на высоте плеч. Вращение в центр. Из центра в одну сторону, в другую сторону, попеременно, в одну, в другую. Ручкой можем встряхнуть. Дальше переходим к плечевому поясу. Вращение в плечах, руки вращаем назад, руки держим прямые, не сгинаем, делаем полную амплитуду, в одну сторону назад. Вперед. Также руки прямые, никуда не торопимся. Плавные вращения, таких резких движений. Вращение в плечевом суставе прямыми руками назад. То же самое вперед. Руки вверх. Вращение в разные стороны. Одна рука вращается назад, другая рука вращается вперед. Для начала можно делать более медленно. И в другую сторону. Руки ставим на пояс. Вращаем отдельно плечи назад. Основное – сводим лопатки. Стараемся как можно больше свести лопатки. То же самое вперед. И попеременно. Одно плечо, второе. Одно, второе. Назад. И то же самое делаем вперед. Дальше переходим к корпусу. Руки на пояс, вращение корпуса. Таз оставляем на месте, вращаем корпус. В одну сторону и в другую. Дальше. Наклон вправо-влево, без резких движений, как плавные пружинки, в одну сторону, в другую сторону. Можно добавлять руку. Ручкой тянемся в сторону. Дальше руки в замок, большие пальцы упираем в грудину. Повороты корпуса вправо, влево. Также без резких движений. Следим за тем, что руки упираются в центр груди и не уходят в сторону. Основная ошибка – вращаем не руки, а вращаем не корпус. Одну, другую. Переходим к тазобедренным суставам. Руки на пояс, вращение таза. В одну сторону. Здесь, наоборот, следим за плечами, плечи остаются на месте. Вращается только таз. И в другую сторону. Дальше. Вращение ногой в тазобедренном суставе. Поднимаем ногу, отводим в сторону, опускаем. Поднимаем, отводим, опускаем. И в другую сторону. То же самое повторяем с другой ногой.
в одну и в другую. Дальше переходим к коленям. Ногу поднимаем перед собой и вращаем колени в одну сторону, в другую сторону. И на другой ноге. В одну и в другую. Дальше переходим к стопам. Ногу перед собой, вращение стопы в одну сторону и в другую сторону. И на другой ноге повторяем. В одну сторону и в другую сторону. На этом можно общую разминку закончить. Желательно все движения делать минут 10-15. Теперь переходим ко второй части нашей разминки, к ее более активной части. Беговые прыжковые упражнения. Для этого мне понадобится таймер. Можно ставить на телефон, на планшет, любой таймер, табату, любой секундомер, где можно поставить интервалы, писать количество упражнений и начать работать. У меня уже все подготовлено. Начнем. Бег, высоко поднимая колени. Кому тяжело, можно переходить на шаг. Работаем и руками, и ногами. Следующее упражнение. Пятками бьем по попе, захлёст. Основное движение. Колени остаются практически на месте, пятки ударяем себя по рукам. Опять, кому тяжело бегать, можно перейти на шаг. И работать по одной ноге. Джампинг-джек, прыжковое упражнение. Руки за спиной, ноги вместе. Ноги в стороны, руки вверх. Данные три упражнения выполняем каждое по одной минуте и делаем таких 2-3 круга, в зависимости от вашего физического состояния. Данный комплекс упражнений выполняем по времени от 30 секунд до минуты каждое, без перерыва, первое, второе, третье упражнение, отдых 1-2 минуты и так повторяем 2-3 раза. Для тех, у кого физическое состояние более хорошее, предлагаю добавить еще несколько упражнений. Первое упражнение. Руки за головой, ноги начальные плечи и по шее. Сначала правым коленом к левому локтю тянется. Дальше левым коленом к правому локтю. Сейчас я вам покажу, как это выполняется. 3, 2, 1. Правое колено к левому локтю. Теперь стараемся никуда не торопиться. Все движения делаем плавно. Если тяжело, внизу можно делать небольшую паузу. То же самое делаем другой ногой. Есть еще одно упражнение. Стульчик. Так, каждого оно выполняется. Упражнение стульчик. Для этого нам понадобится стена. Упираемся в стену спиной полностью. И садимся в стульчик. Таз, лопатки, все упирается, голова упирается в стену. В коленях прямой угол. Голень перпендикулярно полу. И в этом положении находимся 30 секунд или 1 минуту, если по режиму выбора. Стараемся руки на колени не класть.
руки свободны. Просто в неподвижном состоянии опираем стенку и стоим. Переходим к следующему комплексу упражнений. Развитие плечевого пояса. Для этого нам понадобится пару гантелей 1-2 кг. Если дома гантелей нету, можно использовать обычные бутылки с водой. От 0,5 литра до 2. Кому как удобнее. Значит, первое упражнение. Подъем прямых рук перед собой. Делаем по 15 движений каждой рукой. Следим за тем, что рука прямая, вниз не падает, плавно поднимается, плавно опускается. Следим за плечами, плечо не поднимается, голова не выжимается. Спина ровная. Если вы не можете, вам приходится отклониться назад, чтобы поднять, вам надо взять гирю поменьше. Дальше следующее упражнение. Подъем на прямых руках, руки в сторону. Поднимаем сначала одну руку, затем другую. Усилия и при подъеме, и при опускании гири. Вниз бедро не бросали. Плавно подняли, опустили. Подняли, опустили. Также следим за плечами, чтобы плечи не поднимались. Следующее упражнение. Отведение рук назад. Также прямая рука от бедра ввелась назад, докуда возможно опустилась. Также без раскачиваний, то есть руками не болтаем, делаем плавно. Потянули, опустили. Потянули руку, опустили. Следующее упражнение. Подъем из-за головы. Две руки подняли вверх, одну опустили, подняли, опустили, подняли. Лоб стараемся не раздвигать в стороны, опустили, подняли. У кого есть бутылка побольше, 5-литровая, можно взять двумя руками одну бутылку и работать одной рукой. Двумя руками с одной бутылкой или с одной гантелью. И еще одно упражнение. Подъем гири вверх. Жим. Одна рука, соответственно, плечо. Вторая рука. Груз гири находится на уровне плеча. Также делаем 15 движений правой рукой, 15 движений левой рукой. Сделав 15 движений, все упражнения, опять-таки отдыхаем на 2 минуты. И таких серий делаем 2-3 серии, зависит от вашего физического состояния. Так, переходим к следующему комплексу упражнений. Каждое упражнение выполняем по 10-15 раз. Делаем все упражнения, которые сейчас покажу, непрерывно, в течение 6 минут. Для этого вам понадобится секундомер, отдельно его включаете и работаем 6 минут. Последнее упражнение доделываем до конца. Начинаем со скалолаза. Поднимаем упор лежа, с колен к груди и меняем ножки. Следим, чтобы плечи были над руками, спина была прямая. 15 раз сделали. Переходим к следующему упражнению сразу. Следующее упражнение – выпрыгиваем из приседа. Присед, выпрыгиваем. Никуда не торопимся, внизу можно немножко сделать паузу. Дальше переходим к следующему упражнению – отжимания. Принимаем упор лежа, 10-15 движений. Можно делать с паузой внизу. Опустились, ручки подняли.
подняли, одно будет работать плечи. Подняли. Пустились. Поднялись. Следующее упражнение для тех, у кого есть дома турник, это подтягивание. Что у кого есть дома турник? Основная задача, чтобы вы стояли, взяться руками турник, и ноги стояли у вас на полу, чтобы вы не висели. У кого такой возможности нет, желательно какую-то табуреточку или подставочку сделать под ноги. Каждое движение делаем отдельно. Подтянулись, руками встряхнули. Для тех, кто особо не может подтянуться несколько раз, здесь вот такие спандеры. Крепим его на турник. Желательно такой спандер приобрести, он вам пригодится для занятий дома. Залезаем одной ногой в резинку. Она вам помогает подтягиваться. Данные резинки рассчитаны на определенный вес. Это чем меньше вы весите, тем тоньше резинка. У кого турника нету, сейчас я покажу два варианта, что можно придумать. Итак, для замены турника нам понадобится два стула с прямой верхней планкой и какая-то металлическая или деревянная палка. Можно взять деревянную палку от швабры или трубу от пылесоса. Кладу планку сверху. Если есть возможность, можно это дело привязать. Если нет возможности, так. Ложимся под перекладину. Ручками берем как можно ближе к стулью, чтобы было больше опоры. И делаем подтягивание с положения лежа. Вот так вот. Еще, как можно иметь подтягивание, нам для этого парта, стол и уж-то больше ничего. Что мы делаем? Ложимся под парт, на пол легли, ручками взялись за край и делаем те же самые подтягивания с положения лежа. Вот так вот, изящно мы заменяем турник. На этом сегодняшнюю тренировку я заканчиваю. Из тех упражнений, которые я вам показал, вы можете, как кубики, собирать свою индивидуальную тренировку, варьировать количеством упражнений, временем их исполнения и количеством раз, количеством движений. Всего доброго, всем здоровья!